Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео мы с вами произведем закладку на стратификацию абрикоса Мичуринский 06. В этом году он у меня первый год начал плодоносить. Вот у меня здесь есть определенное количество косточек этого абрикоса, которые в этом году я собрал с дерева. Какую-то часть этих косточек меня попросили, я отдал, какую-то часть я продал. И вот те, которые у меня остались, здесь примерно 32 штуки я посчитал в этой емкости. Вот их я и буду закладывать на стратификацию. Для стратификации я использую обычный речной песок. Вот он здесь находится у меня в емкости желтого цвета. Влажность песка для стратификации я проверяю следующим образом. Я беру в руку небольшое количество песка, его сжимаю в кулаке, потом отпускаю, и у меня появляется вот такой комочек. Вот этот комочек, как раз вот он не разваливается, свидетельствует о достаточной влажности для стратификации. При этом он при нажатии на него вот так вот рассыпается. То есть вот таким образом можно определить влажность песка, необходимого для закладки косточек и семян на стратификацию. Но сейчас для косточек абрикоса я приготовил такую вот емкость, в которую на дно выкладываем песок, потом косточки, потом песок, и так можно послойно это сделать. Как я это буду делать, я вам сейчас покажу. Так, а сейчас мы начнем закладывать на стратификацию. Вот у меня есть такой желтый контейнер, которым я уже много лет стратифицирую косточки. Берем, раскладываем песок. Аккуратненько по дну контейнера. Таким образом. Так. Берем косточки и здесь вот так их раскладываем. Добавляем еще песка. Вот таким образом. И закрываем все это. И закрываем крышкой. И это убираем в холодильник. Я завершил стратификацию абрикоса Мичуринский 06. У меня вот получился такой небольшой контейнер. Далее я перемещу его в холодильник, в котором он уже будет стратифицироваться до весны. Это примерно 3,5-4 месяца. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока!